В столице республики проходит третий международный форум циркового искусства. Его организовали в рамках Дней памяти заслуженной артистки России и республики Марфы Расторгуевой. Официальное открытие прошло в субботу. В форуме принимают участие гости из Монако, Италии, Китая, Беларуси, Казахстана, представители Большого московского цирка и цирка на Цветном бульваре. Участники форума обсуждают проблемы развития циркового искусства в Якутии, России и за рубежом. Наметят также и пути укрепления и развития международного сотрудничества, создадут план мероприятий, направленных на популяризацию достижений национального циркового искусства. Также гости проведут мастер-классы по акробатике для руководителей цирковых студий и артистов. Да, главная цель нашего форума – все-таки достроить наш цирковой комплекс, потому что уже 13 лет мы не можем достроить, несмотря на то, что, к примеру, Ижевский, Хабаровский, ну, за три года буквально они все достроили, и также мы могли бы создать цирковую школу при нашем комплексе. И вообще международный центр циркового искусства, Арктики, даже Евразии можно организовать. Это очень реально.